Всем привет, друзья! В этом видео я вам расскажу еще один секрет больших денег. Подробно я об этом не рассказывал. Если вы осознаете это, если вы воспользуетесь моим советом, вы 100% разбогатеете. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, я вам все расскажу на своем примере. Как сформулировать этот секрет? Ну, его сформулировать очень просто. Будьте первыми, всегда будьте первыми в своем деле. Если вы заметили, то я везде первый. В какую нишу я не захожу, я там первый, там никого нет, там все свободно. А если вы заходите одним из первых, вам достается все. Весь успех и все деньги ваши. Я вот начинал с хайп-проектов. Это пирамиды, это заработок в интернете. Ну, я не скажу, что я там был одним из первых, но был в начале этого вида заработка и сумел на этом заработать, потому что в начале всегда проще в начале. Потом я был одним из первых в сфере бинарных опционов. Тогда это все только начиналось, никто еще про это не знал, было там пару видео в ютубе, никто ничего не знал, и я был самым первым, не самым первым, я был вторым или третьим на ютубе, я был по этой теме, я сам начал разбираться и я сам начал вести блог. Я был одним из первых, а когда какая-то ниша набирает популярность, там еще ничего не занято, о ней знают не так много людей, там очень просто заработать, очень просто заработать. Тогда на опционах были такие возможности, ну вот просто можно было деньги косить лопатой, сейчас таких возможностей нет. Я залетел, я был там одним из первых. Потом биткоин, опять же биткоин, я был в начале хайпа. В начале этого хайпа, когда все говорили, блин, вот биткоин, да ты что, не вздумай покупать, не вздумай. Я такой думаю, ага, значит надо купить. Я залетел и очень хорошо поднял на крипте. Тогда, в то время, все, что ты не покупаешь, все росло. Все росло. Я не боялся, я брал и делал. Понимаете, я был в начале пути. Теперь я один из первых в IPO. Я один из первых крупных медийных инвесторов, которые занимаются инвестициями. Ниша IPO набирает популярность. Эта тема сейчас в тренде. И если вы влетаете в топовую тему, которая сейчас набирает обороты, вы будете в числе первых, которые заработают. Потом уже не так просто будет заработать. Так во всем. Просто поймите этот принцип. И я вижу возможность, и я ее не упускаю. Особенно если эта возможность касается моего любимого дела. Если я это вижу, я это не упускаю, я иду туда. Возьмите мой YouTube канал. Я был одним из первых каналов по мотивации. Не было тогда таких каналов, когда я только начинал свой путь, когда я начинал развиваться, читать книги по финансам, по мотивации, по личностному росту. Я начал искать в YouTube мотивацию, а там нет роликов, там нет качественных роликов. Может быть, какие-то там ролики и были, но не было блогера, который бы рассказал свой путь. Не было вообще тогда такого. Не было блогера там миллионера, который бы рассказывал там о финансовой грамотности. Такого не было. И я думаю, блин, давай-ка я буду показывать свой путь. Ниша свободная. Потом я начал переводить ролики. Заграничные ролики. Никто тогда не переводил. Опять же, может быть, там пару роликов было, но они были некачественные. Никто всерьез этим не занимался. Ниша свободная. Мотивационная ниша свободная. Сейчас уже смотрите, сколько каналов по мотивации. Все, уже сейчас каналов много. Каждый уже там делает эти переводы, каждый там что-то рассказывает. Мой канал был одним из первых в мотивационной нише, и поэтому он набрал популярность. Так что если вы знаете какую-то свободную нишу, плюс она соответствует вашему любимому делу, это ключ к успеху, это золотая жила. Там успех, там возможности, там огромные деньги. И плюс я всегда расту. Я не зацикливаюсь на старом. Если я вижу возможность, я хватаю за эту возможность. Вот меня спрашивают, почему ты ушел там с опционом? Ну, ребята, какие опционы сейчас при моем капитале? Какие бинарные опционы? Если у вас было бы полмиллиона долларов, к примеру, вы бы закинули их в бинарные опционы или в инвестиции? Вот куда бы вы направили эти деньги? У меня уже большой капитал, я вырос бинарных опционов. Зачем я буду направлять деньги, закидывать деньги на какой-то сайт, где ты не владеешь акциями, который не заинтересован в твоем заработке? Зачем мне переживать за свои деньги, если я могу проинвестировать в акции? Или мне сейчас, я не знаю, закинуть там 200 тысяч долларов в хайп-проекты? В хайп-проекты, в пирамиды, через какие-то там кошельки, каким-то непонятным способом.
те виды заработка для тех, у кого маленькие деньги. Если у вас там 500-200 долларов, да, там можно заработать. Но если у вас сотни тысяч долларов, все, планка повышается, понимаете, я расту. И плюс вот появилась новая возможность. Вы видите статистику IPO, вы же все видите. Я же все показываю в своем открытом канале. Мой открытый канал, первая ссылка в описании. Посмотрите, я там все показываю. Все свои позиции, все свои сделки, куда я инвестирую, сколько я зарабатываю. Все до копейки, все на скринах, вы все видите. Так почему бы туда не зайти? Где я еще заработаю там за месяц 20 тысяч долларов, ничего не делая? Где? Вложил деньги, подождал месяц, двадцатку поднял. Такое нигде невозможно. Ни на каких там бинарных опционах, ни на каких хайпах я бы столько не заработал. Плюс какие там риски? Там огромные риски. А здесь нашел хорошую позицию, вложил 20 тысяч долларов, через месяц заработал еще 20. Зафиксировал 40 тысяч. Все. Нажал две кнопки. Ну куда бы вы инвестировали? Еще я вам говорил, что тема инвестиций в наших странах сейчас только набирает обороты. В Америке 50% населения инвестируют. Сейчас, наверное, уже там 60-70. У нас же 4% населения инвестируют. 4%! Все только начинается. А у нас будет и 20, и 30, и 40, и 50. И ниша свободная. И я создаю репутацию в этой нише. Я один из первых залетел в инвестиции. Понимаете? И то 4% это инвестиции в государственные облигации, в какие-то там депозиты, понимаете, это не инвестиции. У нас раньше не было возможностей, да, чтобы обычные люди инвестировали в акции зарубежных компаний. Сейчас эта возможность открылась. И грех такой возможностью не воспользоваться. И меня еще спрашивают, почему ты там ушел с бинарных опционов? Как это ушел? Вот вам возможность, какая открылась. Риски тут минимальные, не то что там. Там большие риски. Здесь ты вложил деньги, ты владеешь компанией. Ты владеешь частью бизнеса, а там ты ни хрена ничем не владеешь. И все официально, все легально, все через банк, а не через какие-то там платежные системы. Это новый уровень, и эта тема набирает обороты. И я первый, я сейчас первый в своей стране, я, наверное, точно первый. Медийный частный инвестор. Наверное, первый. Кто ведет там канал, кто об этом всем рассказывает и показывает все на своем примере. Проблема в том, что у нас нету людей, которые показывают все на своем примере. Всяких гуру, всяких сраных экспертов, у которых нету денег, сейчас тьма. Полно. Они могут много знать, они могут общаться профессиональными там терминами, но у них нет денег, они не инвестируют. Они могут давать там какие-то сигналы, но у них нет денег. А я всегда учусь у тех, кто показывает все на своем примере, у кого есть результат. А в инвестициях, ребята, чтобы сделать результат, нужно несколько лет, и я сейчас работаю на результат. Каждая сделочка записана, пока у нас нет ни одной убыточной сделки, ни одной. Первые 22 сделки в закрытом канале, все в плюс, ни одного минуса. Все позиции, которые я выдал, все в плюс. И я рискую своими деньгами, понимаете, я не даю что попало. Может быть, кому-то мало позиций, но я не буду давать сигнал, если там вот две недели не было сигнала, да, потому что ну нету ничего хорошего. И поэтому я не буду заходить куда попало. А в открытых каналах полно сигналов, они их штампуют каждый день. Но никто же не заходит в те позиции, они просто дают сигналы. Поэтому, да, все бесплатно. А я сам рискую своими деньгами. Я несу ответственность. Я инвестирую сам свои личные деньги. Поэтому сейчас ниша инвестиций свободна. Свободна. Через 20 лет, наверное, у нас пенсионеры будут инвестировать в акции. Будут. У них будут вклады в акциях уже лежать, как сейчас в Америке. У нас все к этому идет. Но сейчас пока 4-5, наверное, уже процентов... 7, наверное, у нас население инвестирует, потому что вот открываются офисы брокерских компаний. Люди интересуются этим. Уже какая-то там реклама появляется. Уже люди начинают потихонечку инвестировать. Не вкладывать деньги в банк. Короче, ниша свободная. Начинайте инвестировать. Будьте одними из первых инвесторов. Потом уже это будет must have. В каждое время есть золотой период. В каждое время. В каждом году есть какой-то золотой период, какие-то золотые ниши, которые приносят очень много денег.
нужно развиваться, нужно вариться в этом. Везде есть возможности. Вот раньше там была возможность на крипте заработать, да и сейчас есть такая возможность. Вот раньше была возможность на бинарных опционах заработать, и сейчас есть возможность, но только уже там на IPO. Сейчас люди с $1000 делают миллионы, миллионы долларов делают. Покупают крипту за копейки, она стреляет, дает x100, и они поднимают огромные деньги, потом опять вкладывают. Опять X100. Есть куча историй. Почитайте об этом. Почитайте, как зарабатывать на крипте. Люди за год становятся миллионерами. За год. Начинают с косаря баксов. Но нужно грамотно вложиться. Грамотно вложиться. Нужно много мониторить инфы, чтобы знать, что купить. И как купить, и где купить. На это, конечно же, нужно потратить много времени, разобраться во всем. Но сейчас большие деньги можно также заработать, как и 2 года назад, 3 года назад, как и 5 лет назад. Да так же, как и в 90-е. В 90-е были свои темы. Сейчас есть свои темы. Сейчас эра интернета. Большие деньги сейчас только в интернете. Если в 90-е можно было купить там кроссовки где-то там в Китае по $1, а здесь продать там за $50, X50, это тот же биткоин, это та же криптовалюта. Только раньше это были кроссовки, сейчас это крипта, понимаете? Это я просто пример привел, я к тому, что наценка тогда была сумасшедшая. И вот на этой наценке все зарабатывали, так же и сейчас. Тогда на джинсах там покупали за копейки, а продавали, ну просто там в 10 раз, в 20 раз дороже. Все то же самое. В каждое время есть какая-то золотая ниша, она попадается. И там огромные деньги. Сейчас это интернет. Большие деньги в интернете. Опять же, я где? Я в интернете. Потому что в интернете огромные деньги. Наземный бизнес, все. Особенно вот, карантин, все нахрен закрылось. Какой наземный бизнес? Большие деньги только в интернете. Так что ищите, не упускайте возможностей. Все есть, всегда все есть. Если вы ни хрена ничему не учитесь, нигде там, ни в каких кругах не тусуетесь, ни в каких чатах, ни на что не подписаны, конечно же, вы ничего не найдете. Ищите, ищите, ищите. Google в помощь, Telegram в помощь. Все есть, все найдете. Познакомитесь там в чатах, в Телеграме с новыми ребятами. Они вам что-то там подкинут, куда-то там перейдете. Понимаете? Вот так все работает. Нужно вариться в этом. Нужно в этом вариться. Всегда можно заработать огромные деньги в любое время. Возможности есть всегда. Не нужно сидеть и жаловаться. Все, вот раньше было, все, сейчас точно ничего нет. Есть, ты просто не знаешь. Ну что, ребята, буду заканчивать. Кому интересно, переходите в открытый канал, можете посмотреть, как я инвестирую. Сколько я заработал на акциях, сколько я заработал на биткоине. На биткоине поднял $100,000. По поводу инвестиций, по поводу вот моего закрытого канала. Я не учу трейдингу, ребята. Я учу инвестициям. По сути, инвестиции — это минимальные риски. Я не знаю, риски — это держать деньги в банке, на странном депозите. Вот это риски. А инвестировать в акции — это не риски, в долгую. Вы поймите одно, вы инвестируете в компанию. Вы покупаете бизнес, вы покупаете часть компании. Это вам не сраный депозит в банке, где вы ни хрена не получаете. Где инфляция съедает всю прибыль. И плюс, вы деньги держите непонятно где. Вы ничем не владеете. Банк схлопнулся и все, и ходи там, добивайся своих денег, и тебе ни хрена не дадут, понимаете? Безопаснее, блин, в акции инвестировать. Это инвестиции. Это просто ты создаешь капитал на свою жизнь. Понимаете? Это не трейдинг. Поэтому, если хотите быть при деньгах, вам нужно в этом разбираться. И это не требует много времени. Можно заходить раз в месяц на 15 минут. Представляете? Просто инвестируешь, выходишь. Не смотришь ни на что. Ничем не интересуешься, не смотришь, куда там пошла цена, вверх, вниз, что там сейчас на рынке, похрен, зашли, проинвестировали. Вы компанию покупаете, вы бизнес покупаете, понимаете? В этом прелесть. И сейчас у нас есть возможность. И мы этим занимаемся в закрытом канале. Вот и все, здесь не какая-то там схема непонятная, все прозрачно. Ты сам инвестируешь, деньги твои, ты сам вкладываешь. Деньги твои, ты никому ничего не платишь, ты платишь себе, создаешь себя. Вот и все. Ну почему этим не заняться сейчас? Ниша свободная. Так что начинайте инвестировать сейчас. Все только начинается. Короче,
Все мои проекты в описании, все мои каналы в описании. Закрытый канал тоже в описании, вторая ссылка в описании. Закрытый канал от открытого отличается тем, что вы первыми узнаете, что я покупаю. Мы инвестируем вместе, я даю сигнал. А в открытом канале уже статистика, да? Вы уже смотрите, на чем я заработал, где у меня деньги. Ну и плюс в закрытом канале есть куча обучающих материалов. Я все записываю, я все рассказываю, которых нет, понятное дело, на Ютубе. Вот, это специальные ролики только для закрытого канала. Там есть инфа, как зарегистрироваться. Там вся есть инфа, как завести деньги, как вывести. Вот все такие вот нюансы технические, я тоже их записал. Ну, информация есть вся по моему капиталу, где у меня деньги, как я распределяю деньги, информация по рискам. Также вы можете там подписаться на меня, на мой профиль и следить за моими бумагами. То есть вы можете видеть все мои сделки в прямом эфире. Короче, кому интересно, добавляйтесь к нам в команду, в закрытый канал, вторая ссылка в описании. Ну что, ребята, желаю вам быть первыми в своем деле. В каждое время есть своя золотая ниша, на которой можно очень много заработать. Желаю вам не упустить возможности. Если понравился ролик, поставьте ему лайк, не забудьте подписаться на этот канал. Всем больших денег, люблю, целую. Пока.